кожна людина талановита і кожна може малювати. Саме так вважає наша сьогоднішня співрозмовниця, художниця Юлія Тарасенко. Разом з нею ми поговоримо сьогодні про незвичайний світ живопису та спробуємо довести, що малювати легко. Хочеш – малюй, хочеш – танцюй. Перед сучасною людиною, здається, відкриті усі можливості. Хтось цим вправно користується і постійно самовдосконалюється. А хтось пасивно спостерігає за чужими можливостями та успіхами. Зараз однією з популярних тенденцій є відвідування майстер-класів із живопису, коли ти приходиш і буквально за один урок пишеш картину. Наразі до мольбертів стали навіть селебритіс. Своїм прикладом зірки доводять, написання картини – це нескладний і дуже захоплюючий процес. На майстер-класи до художниці Юлії Тарасенко приходять люди різного віку і різних професій. Пенсіонери, економісти, бізнесмени та журналісти – усі прагнуть оволодіти малярством. І завдання Юлії – з першого разу закохати в живопис. Задача, наверное, влюбить человека в искусство, она непростая, но очень такая, знаете, благородная. Поэтому и в истории точно так же. Хочется приоткрыть вот эти вот, знаете, двери, чтобы у человека дать какую-то основную базовую информацию, для того, чтобы он смог поинтересоваться в том или ином направлении в стилях, да, или чуть глубже изучить биографию какого-то известного художника, или взять, к примеру, рассмотреть его творческий путь, как он создавал картины. Для этого дать ему немножечко вовлечь в это. И когда человек вовлеченный, да, когда ты еще показываешь еще дальние горизонты, что можно и вот это, смотрите, а есть и это, и есть в мире сколько невероятных мест, где хранятся уникальные шедевры, дать возможность, какой-то импульс, да, вдохновить человека на это. Вот, а дальше уже, что он с этим будет делать, это его выбор, право и желание. Юрист, художник, педагог, засновниця продюсерського центру сприяння розвитку мистецтва і просто сонячна людина. Це все можна сказати про нашу сьогоднішню героїню Юлію Тарасенко. 5 років тому вона кардинально змінила своє життя, почала брати уроки живопису та вивчати історію мистецтв. Когда-то еще в детстве я где-то в возрасте 10 лет нарисовала рисунок. Ну, когда девочки все в это время рисуют принцесс, да, у меня была эта Золушка, я когда-то разукрасила ее. И я помню очень это состояние, что мне очень понравился этот процесс и завершенность этого процесса. И я помню, вылезла в окошко со 2-го этажа и друзьям показывала на улицу. Вот, смотрите, что я нарисовала. И я так была переполнена всеми этими эмоциями. Но в детстве потом сменяются одни увлечения другими, как-то так уходит это далеко на второй план, уже особенно когда вырастаешь. И где-то 5 лет назад меня стали опять преследовать какие-то вот состояния, что я вижу, что я стою у мольберта, хотя никогда рядом с ним не стояла, да, стоит холст, и я пишу картину, и у меня так получается, мне так вот нравится это состояние, и для меня какие-то странные были ощущения. Но потом однажды, когда я уже решилась на это, я пошла на первый урок по живописи, написала свою первую картину, я поняла, что вот оно как будто бы было изначально встроено, и пришло время, когда вот снова оно пришло вот в реальную жизнь. Живопис у доросле життя нашої героїні увійшов завдяки відомому художнику Ігорю Сахарову. Саме він був її першим вчителем і тією знаковою людиною, яка повірила у неї як у художницю. Юлія каже, що поняття «художник» для неї надто святе, його потрібно заслужити. Художник – це достатньо таке велике і глибоке, обширне поняття. Може бути, я себе художниками не вважаю. А человек, который делает то, что ему нравится, делает так, как он это может делать, как он это видит.
Юлія досить стрімко оволоділа малярством і почала заявляти про себе як мисткиня. Її творчість не націлена на масштабну виставкову діяльність, а скоріше зорієнтована на передавання своїх умінь іншим і на власне самовдосконалення. Та це зовсім не означає, що полотна Тарасенко позбавлені глядацької уваги. Навпаки. Многие картины находятся и на выставках, и в магазинах, и картины находятся в частных коллекциях уже за рубежом. Есть целая коллекция, которая была предоставлена в Федерацию конного спорта Азербайджана, да, в музее там находятся работы. Коні – це особлива любов у творчості художниці. Вона нерідко спілкується з ними на іподромі та не втомлюється змальовувати їхню красу та силу. Цвіти. Іменно з цим прекрасним созданням ми, жінки, похожі внешньою хрупкістю і излучаючи силой нашої красоти. Даже просто созерцание цветов исцеляет, а их написание – это поистине терапия цветом, формой и красотой. Квіти – це друга любов малярки. Юлія зображує їх великими та розкішними, вкладаючи у них усю свою жіночність і любов до природи. Возможность видеть в природе, в жизни то, что в обычной жизни человек не замечает, это огромная возможность. Просто насколько мы очень часто бываем в этой повседневной суете, не замечаем каких-то не то чтобы элементарных, состояний природы, состояний каких-то внутренних эмоций, в отношениях. И творчество, ведь оно направлено не столько на логическую часть свою, насколько на эмоциональную и на чувственную. И вот возможность обращать на это внимание – это огромная возможность, и, естественно, она влияет на человека. А в холсте, вот буквально вчера был урок, и интересно, когда ученик впервые пришел в студию и начал писать картины. И там немножечко были сложности, и немножко как бы там нужно было менять. И он испугался, и как, и что же теперь делать? И когда я подхожу, смотри, это все очень просто. Мы снимаем краску, если надо, мы все это стираем и пишем все заново. И тогда ученик говорит, вот если бы так в жизни можно было. Я говорю о том, что мы можем посредством одного опыта стараться это переносить в свою жизнь, привносить этот опыт. И не бояться, если что-то происходит не так на холсте, перенести, да, как бы в жизнь, сделать это, попробовать еще раз с новым опытом, и это уже будет, знаете, состояние, скажем, с новой мудростью даже. Ліричні, легкі та дуже теплі. Саме такими є роботи цієї художниці. Вона розповідає, що створює їх за принципами простоти, чесності та природності. І, здається, їй це добре вдається. Юлія Тарасенко належить до тієї категорії людей, які протягом всього життя здатні по-дитячому дивитися на світ і щиро радіти йому. Художницю надихає усе, тому вона рідко перебуває в стані очікування особливих ідей. Для неї головне – бути в бадьорому настрої та мати бажання створити щось нове і прекрасне. Робити людей щасливішими і розкривати у них нові творчі здібності – це один з улюблених видів діяльності Юлії. Зростаючи у родині педагогів, вона завжди відчувала в собі потенціал до викладання, тому коли випала нагода ділитися досвідом, залюбки цим скористалась. Педагогика на самом деле очень ответственный момент, и нужно давать себе отчет, что если к тебе обратился человек, и твоя задача не просто показать как, а дать возможность ему буквально влюбиться в тот предмет, который человек преподает, учитель. Когда человек выбирает, скажем, принимает решение,
хочу это попробовать, хочу это узнать, он уже где-то там внутри потихонечку начинает вот, открывать этот процесс для себя, хотя бы тем, что у него появилось желание. Но в процессе есть еще что-то более такое тонкое, какая-то лирика, какая-то драматургия. И не всегда бывает вот так, знаете, пришел ученик, взял и все вот сразу-сразу. Где-то, знаете, как это, как в влюбленном состоянии, есть какие-то переживания, какие-то сомнения, какая-то вот там внутренняя какой-то вот процесс. Точно так же и в процессе создания картины на холсте. Что-то получается лучше, где-то не очень получается, где какие-то муки творчества. Вот. Но главное, чтобы человека сопровождать в этом процессе так, как будто бы он проходит, ведь он, знаете, когда-то впервые что-то делает впервые. И это опасность какая-то даже внутри, а вдруг не получится, это какие-то волнения, переживания. Максимально убрать вот эти вот эмоциональные составляющие, чтобы они не препятствовали. И аккуратненько взять его за ручку и провести по всем каким-то вот даже сложным этапам, помочь ему. Да, ведь когда ребенок начинает ходить, да, мы уже не говорим ему: ой, ты не так ходишь, сиди-ка лучше, не вставай, да. Вот точно так же в этом процессе помочь человеку пройти все эти сложные этапы и довести до того вот логического завершения, чтобы он увидел результат своих плодов, ну, помогая ему. И очень часто, когда мы проводим за ручку, он крепнет, крепнет, и потом он чувствует, что я уже могу самостоятельно. И многие ученики совершенно легко справляются с сложными задачами и выставляют уже свои картины на выставке. И это приятно. Бути свідком народження дива на полотні – це завжди дарує неповторні емоції. Юлія каже, що відчуває неабияке вдоволення, коли бачить, як її учні розчулюються і переповнюються радістю від першої написаної картини. І це не дивно. Давно доведено, заняття мистецтвом завжди допомагало людям позбавитися від напруги і стресів, створювати душевний комфорт, наповнюватися життєвою енергією та відроджуватися духовно. У людей внутрі виникає потребність прикоснутися прекрасному. І дуже часто. І це, в принципі, і незалежно від віку. І молоді, і юні люди, і в віці люди, вже в пенсійному віці. Кто-то прожил жизнь и понимает, что вот была у меня мечта заветная, и я ее не смог реализовать. Кто-то находит в себе смелость и думает, что когда, если не сейчас. Приходят в возрасте люди, пишут картины, и знаете, как вот, фух, жизнь прожил не зря. Это их как-то наполняет, дает определенный ресурс. Или когда вешают картины свои на стене, украшают свой интерьер, они понимают, что если я здесь смог это создать, да, в этой сфере, казалось бы, для меня очень сложной и невозможной, в принципе, я же могу создать это и в сфере отношений, и в сфере обучения, и в сфере бизнеса. Я могу это создать. Это африканские женщины под палящим африканским солнцем. Почему я их рисую? Потому что, наверное, очень мало уделяется внимания этим женщинам, именно африканским. За освітою Ганна – економіст. У студію живопису її привело бажання зробити оригінальний подарунок. Дівчина розповідає, що тільки півроку займається живописом. Проте за цей короткий час встигла написати аж 20 картин. Все начиналось с того, что мне нужно было сделать подарок человеку, у которого все есть. Это самое сложное. Вот. И я подумала, ну что я могу такого подарить, вот, чтобы удивило, и в то же время это не было бы банальностью. И я подумала, что, наверное, это будет то, что я сделала собственными руками. И это была картина. Ну, это такой тонкий процесс, это процесс собственного участия в создании чего-то нового. Вот. Это процесс сложения собственной души в картину, передачи своего видения, своего настроения. У студентки Марії це вже сьоме полотно. Для дівчини все починалось з подарункової картини, а закінчилось захопленням. Сьогодні вона малює вподобану собаку хаскі. 3 години, і в її інтер'єрі з'явиться нова краса. Я хотіла своєму папі на юбілей зробити подарунок. Я дуже довго думала, що, і
как-то почему-то мне в голову пришла идея нарисовать ему картину. Конечно, я сразу взяла слишком сложные для себя. Я выбрала Париж. Мы просто с родителями должны были ехать. И было очень сложно, но мне безумно понравилось. И, во-первых, атмосфера безумная просто. И Юля как преподаватель просто шикарная. Мне хочется к ней приходить просто даже из-за того, какой она человек. То есть, ну, во-первых, преподает она, конечно, замечательно просто. И доступно очень объясняет. И вот, когда человек приходит буквально на нулевом уровне, она как-то так это преподносит, что ты начинаешь верить в себя просто. Художниця говорить, що за 3 години можна намалювати картину. Особисто я не малювала 10 років, і зараз я отримала ось таку картинку, тож побачимо, що з цього вийде. На першому етапі головне не зіпсувати це ідеальне біле полотно. Тож, Юля, що потрібно робити, аби це біле полотно перетворилося на гарну картину? Испортить сложно, скажу сразу. Поэтому можно вот эти вот страхи по поводу «я испорчу» убрать далеко-далеко в сторону. Для того, чтобы у нас родилась наша идейка на холсте, которую мы изначально выбрали, да, вот такой сюжет в природе, мы его взяли вот в виде этого вот фотоматериала. И здесь мы видим, что есть основной фон, он зеленого цвета. И зеленый мы делаем из желтого и синего. В сочетании будет наш темный зеленый. Сейчас наша задача избавиться от белого холста полностью в этом вот цвете. Мы можем поварьировать чуть больше в пользу желтого, сделать его более поживописнее, в цвете посложнее, да, и подвигаться кисточкой. Еще такой момент, как мы вообще обращаемся с кистью. Очень часто, да вообще как мы привыкли, мы взяли ее как карандаш или как ручку и пытаемся как бы тыкать в холст. Но в данном случае это будет совсем не очень удобно и не очень правильно. Почему? Потому что ну, такой мазок у нас сразу заставит красить заборы либо в эту сторону. А нам нужно вот заштриховать так, чтобы особо и не видно, как двигалась кисть. Поэтому я предлагаю взять кисточку щепоточкой. Вот так вот щепоточка, как мы берем соль щепоточкой. И она у нас окажется у нас внутри. Работать мы можем плоскостью кисти и ребром. Соответственно, штрих будет выглядеть... Прокручивая кисть с одной стороны в другую, подбираем нужную краску и дополняем, виштриховуємо. Дивна річ, коли поруч була майстриня, все здавалось просто і зрозуміло. А як тільки вона відійшла, її магія розчинилась, я почала по-своєму незграбно замальовувати полотно. Заспокоювало тільки одне – живопис. Це все-таки наука тонка. Я працюю з олійними фарбами вперше. До речі, повинна сказати, що працювати з олійними фарбами досить приємно. Вони легко змішуються, дають різні відтінки та у разі потреби швидко витираються. Окрім цього, олійні фарби дають соковитий відблиск і багату фактуру. А ще однією з переваг олійної техніки є можливість протягом тривалого часу вносити зміни на полотні, що є дуже важливим для початківців. А тим часом наше полотно зазеленіло, як поле навесні, і це означало, що ми готові до другого етапу майстер-класу. І тепер ми ще вот так це зможемо зробити. Ага? Смотри, красивенько, вони здружуються. Коли ми скажемо, що фон хорош, мы начнем искать рисунок. Смотрим, вот есть у нас такая вот парочка. И эту парочку мы примерно тут где-то возьмем и обозначим. Где-то дадим ей один рисунок. Она сдружилась где-то с другим рисуночком, где-то здесь у нас тоже товарищ. Если что-то не так, пришла, все убрала и сделала рисунок новый. Після того, як наш малюнок окреслився, ми почали наносити світлі плями, які повинні виокремити наші маки і створити ілюзію білих польових квіточок.
Когда у нас уже в основном сложился наш фон, мы уже подходим к тому, что нам нужно наполнить наши маки. Они у нас в таком вот алом ярком цвете, но не один цвет здесь присутствует, а несколько. Начнем с теневой. Как правило, начинает с темного цвета и понемножечку высветляет в тех местах, где необходимо. Мы будем писать их мастихином. Это такой предмет, который новичкам с одной стороны прост, с другой стороны кажется сложен, но эффект от него очень такой интересный. Сейчас задача погладить мак. Вигладжування маків – завдання не з простих. Але в процесі розумієш, що чим менше ти їх вигладжуєш, тим красивішими і природнішими вони є. А звідси ремарка на майбутнє. Потрібно сміливіше працювати з мастихіном і одразу, не нашаровуючи зайвого, робити гарні об'ємні маки. Три години і наші чарівні маки готові. Але у цьому головне не маки, а той настрій, який ти отримуєш під час творчого процесу. Да, мы не школа. Возможно, такого академизма, как в школе художественной, мы не даем. Да? Здесь больше элемент хобби, насколько у человека это станет таким вот любимым хобби, в котором он сможет развиваться, сможет получать положительные эмоции и немножечко отходить от тех проблем, которые в повседневной жизни его интересуют. Пришел человек, расслабился, получил удовольствие, сделал какие-то акты творения. Хорошо ему от этого стало, ну значит мы свою задачу выполнили. На прикладі майстер-класу Юлії Тарасенко ми вкотре переконались, що життя – це не тільки навчання, робота і безкінечний побут. І тільки від нас залежить, наскільки гармонійним і різноманітним воно може бути. Коли проживаєш определені такі от приємні состояния, зв'язані з творчеством, да, от як художник, як чоловік, який стремиться от дати цю можливість спробувати другим, і я имела уже возможность обратной связи неоднократно, положительной обратной связи от людей, которые вот с благодарностью выражают те эмоции, чувства, говорят, что да, для них это очень новое. Моя мечта – максимально дать максимально больше возможности прикоснуться людям к этому. То есть, как бы, чтобы это количество людей росло, поскольку ну, это действительно очень приятный процесс. И мечтаю, чтобы эту возможность почувствовали в себе больше и больше людей. Художниця переконана, що живопис – це терапія мистецтвом і красою, як для глядача, так і для митця. Вимальовуючи дрібні деталі, людина вчиться звертати увагу на важливі дрібниці у своєму житті. Створюючи об'ємні роботи, вона розширяє горизонти своїх можливостей. А розфарбовуючи полотно яскравими фарбами, людина привносить оптимізм і насиченість у своє життя. Да, динамика нашей жизни очень быстрая, и мы иногда ждем возможности. Вот придет то время, когда я займусь музыкой, или придет то время, когда я выучу язык, или я попробую себя в новом деле, или я что-то еще сделаю такое, придет время. Но когда мы будем ждать этого времени, оно не придет. Учитывая тот динамичный ритм нашей современной жизни, мы должны находить возможности в этом ритме изыскивать эту минутку для того, чтобы можно было насладиться тем, что может нас вдохновить, да, насладиться и попробовать себя в каком-то новом амплуа, увидеть возможность, вернее, даже просто посозерцать обычные вещи, которые нас окружают, хотя иной раз в нашем таком вот урбанистическом мире, где есть только машины, маршрутки, дома, и мы не замечаем ни рассветов, ни закатов, мы не смотрим на звезды. Это так выглядит как-то, знаете, звезды, листья, ну что это? А это так наполняет, это простое, что нам дал Творец, оно же не просто так, оно для того, чтобы служило нам на пользу. И делал нас более счастливыми и более успешными людьми.
Ардзона бажає вам якомога більше часу приділяти творчості і своїм захопленням, аби ваше життя було таким же наповненим і яскравим, як художня палітра.